Так. Поруководи, пожалуйста. Рассказывай, куда прыгать. Я подстроюсь. Сюда, на три бункера, потом в три здания подряд. Раз, два, хорошо. Три. Оттуда. Хорошо, отлично. Ясно. Ну хорошо, бери ближний, я угловой левый, а там где-нибудь в середине последнего ангара встретимся. Okay. Или я через вышки пробегусь, там тоже вроде валяется что-то. Вышки всегда хороший лут. Я на вышках так часто Т3, там шлемаки и не только собирал, что... Окей. Ты не видел, никто там рядом с нами не падал? В жопу, в частности. В контейнера летели. Ясно. Видел тело. Ты по привычке бегаешь, не по прямой. Хорошая привычка. Да. Тут рядом лежит две топовые эмки. Прямо вот рядышком. Картины радуют глаз просто. Идем в третий дом, а дальше разбираемся по луту. Будет у каждого по X4, можно будет идти дальше и не париться. Не будет, значит, будем искать дальше. Потому что я так чувствую по кругу, из того, что я вижу, будем идти через гору. А через гору идти это так, цевьё нормально вообще, да. Посмотрим, что по кругу. У тебя X есть? Нет. Иди дальше. По той же траектории. X4 как раз нашел, можем выдвигаться. Давай, пошли, все. У меня очень много медицины, по крайней мере, аптечек. Т3 бронь, Т2 жилет. У меня 6 аптечек. Да, та же хрень, 6-7. Шляпа, правда, у меня первая, но... Окей. Берем машину. Так. Присаживайся. Едем лутать туда, где не залутан. А что нам еще лутать? Вот вопрос такой. Честно, мне бы еще шляпа вас была вообще. Приехали, ё-моё. Мне что-то выпадает. А, все, на мне второй шлем. Все, welcome. Все, иду. Подходи, и, в общем-то, мы вроде как готовы по всему. Можно ехать куда-то в центр и надеяться, что там никого нету. А если есть, то будем выкуривать. Хорошо, как бы. Давай, второй этаж моего этого, я пойду за машинкой. И ориентировочно поставил метку, ну там, запруф, если что, или не запруф. Отлично. Можно, в принципе, если честно, даже на горе засесть при желании. С двумя X4, с глушаком тем более твоим. Окей, поехали. Ну поставь куда, вот сюда, да? Хорошо. Так, то есть ты хочешь вот сюда вот на гору, да? На саму гору хочешь, на ту большую гору? Да. На гору. Слышишь машинку справа? Сзади машина у нас, по звукам. Посматривай там, пожалуйста. А вот и они. Ой. Пипец, попали. Здесь остановимся на ходу? Да, в яме. Лечись, я посмотрю на них. Не вижу, не слышу. Ну, мы достаточно далеко уехали, конечно. Подниматься пешкарусом будем здесь уже? Да нет, давай вверх на машинке. Давай. Вверх на машинке, хорошо. Как скажешь. Поехали. Ты псих, конечно. УАЗик не заедет сюда. Ёшки-матрёшки, физика, где же ты? УАЗик вообще на любую гору забирается, судя по всему. Ну, где останавливаться будет? Так, чтобы машины не было видно. Где-то вот так. Так, я назад пошел. Они там точно. Хочу посмотреть. Смотрю ВСН туда вот. Хорошо, я смотрю... Вижу, в гатке подъезжает на С. Подъезжает в гатку транспортное средство. Далеко? Такие вещи вряд ли должны себя интересовать. То нам сейчас аккуратно отсидеться, дождаться круга, а дальше уже можно планировать действия. УАЗик-то есть. Да. Он смог. Да. Это УАЗик, который смог. Такой угол был бешеный. Там тут градусов, наверное. Ну, почти под прямым углом он это ехал. Ну, я так часто заезжал, в принципе, поэтому. Да. Ой, какой круг, смотри. Короче, право нужно смотреть главным образом. Ну, короче, я туда и смотрю, в общем. Жиржополь и до больнички, короче, вот туда вот. Машинка, да.
далековато, но я с глушителем начну стрелять, как только так сразу. Да, я подбегу пока. Они, правда, мимо, кажется, проезжают. Угу. Это те как раз красавцы, которые... Которые в нас стреляли, да. Я мстю, и мстя моя страшна. Печалька. Ну что, будем пробиваться в те здания? Берем машинку, заезжаем и пытаемся на очередях. Самоубийца, но... И можем аккуратно спуститься с горы и как бы от края поиграть, как вариант. Там такая местность вообще... Хотя, подожди, там есть низина нормальная. Нам тут хорошо видно всех... То внизу. Мы... Вот слева, слева враги. 200, 100. Блин. Нокнул одного. Убил второго. Поехали лутать и будем, как они, короче, идти. Отлично, отлично, отлично. Нам особо ничего не нужно. Каску главное поменяй просто и все. Лутай, я осмотрюсь. Все, готов? Да. Надо ехать. Да. Так, сейчас закидывай себе кетиками. И лечись еще. Болики там все? Полминуты у нас не так много времени. Давай, болики все забрал. Давай, поехали. Там еще глушитель. Ладно, поехали. Все, поехали. Направление СЕ. Двигаемся строго. Перпендикулярно. Смотри, лево-право. Сбегающих с горы. Угу. Слева человек стреляет с глушаком Е. Направление ориентировочное. Просто смотрим лево. Да, босс. Нам через дорогу надо под ХГ нырнуть. Да-да-да. Слева вижу врага НЕ. Работаю. Нокнули. Второго не вижу. Прямо по курсу стрельба. Я добью его, попробую. Нет, не добью. Где? А, это я добил. Вон, следующий за деревом, дальше. Выглядывает. Так, ой, надо идти. Стрельба у домов справа. Нам надо сейчас попробовать через дорогу перебежать. Его накрывают, он там ранен. Справа стрельба. Аккуратней будь. Я смотрю на заднего, который от зоны типа должен умереть. Будь осторожен. Ай. РКС. А, возле дома. А, слева от машины. О, нет, все, забей. Я понял. Ну, сори. Да, все окей. Мы как бы очень сильно рисковали, когда бежали вот так. Да, нужно брать машину ехать. Да, надо было брать машину и ехать. Согласен. Так, что с тем, который бежал за нами? Номер, скорее всего, за зоной. То есть там я бы его уже поймал 100 раз в спину. Я вижу товарища, выглядывающего из-за холма. Но пикаться с ним как-то... Ну, круг близко будет, поэтому ты там аккуратненько просто под деревце спустишься, то, что снизу, и нормально. А у него что было, СКС? СКС, да. Понял. Он один был? Один. Мне кажется, его друг это вот тот вот пакованчик возле УАЗика. Отлично. Нет, он еще... Друг у него другой. Блин, под ХГ. Он сейчас будет поднимать. Молодец. Да, там второго ищем. Справа лечусь пока. А, молодец. Вообще красавчик. Круг идет, но я вроде близко. Вижу врага. Не стреляйся с ним, блин, беги просто. Я хочу буст взять, у меня бустов нет. Ляг. Да-да-да. Молодец. Ты прав. Блин, надо было брынку сменить. Я вообще пробит. Так, надо здесь под ХГшечку. Слышу, в кустах стрельба. Да, я видел того товарища. Да, там двое было. Двое бежало. Понял.
Может, нереально? Добежать, броньку просто взять. Вместо убитой своей. Так, здесь у нас из М24 стреляли прямо по курсу, да? Угу. Капец кустов. Ты один, а их по двое. Ты полоси, там хайграунда нету, плохо видно будет. Так, вон один вижу, да. Где я не вижу? На 75. Нет. Не там, справа. У тебя, наверное, 75 другие, потому что я вижу твою камеру, и он вот чуть-чуть левее был. Ну, к сожалению, прям по курсу каверов нет. И круг да, идет. Просто ползи в этой, в пшенице, и нормально. Кусты, блин, одни кусты. Положись. Вижу. У меня глушители есть, подумал, почему не пострелять. Значит, двое справа. По бортику. Понял? Да, в эту сторону. По правому, думаешь? Наверх. Хотя, блин. Не, я лучше в курс сяду. По левому далеко, наверное. Ну, один раз живем, чё. Второй бежит. Я хочу к этому в спину просто выйти, чтобы он тех привлек на себя. А эти позади. О, боже мой! Его. Ай, я думал... Сори. Ничего. Да все отлично. Итак, сколько? Да 4 только убили. Ну хорошо, да, пострелялись. Так, ну рассказывай, что делаем. Давай ты теперь покомандуешь. Слушай, ну я тебя заведу в какую-нибудь сосновку, понимаешь? Это же добром не кончится. Я переживу. Я сосновку... Сосновка — это моя родина. Ага. Ясно. Хорошо, пока запоминаем, как летит. Да, мы ориентировочно сюда будем падать и кемпить вот этих чуваков. Может, ты видел когда-нибудь? А, видел. Хорошо. Схема достаточно легко. Хорошая. Да, я так кемпил, меня просто убили сзади, все. Сзади? Почему? Как кому-то там нужен сзади, вот такой вопрос. Ну вот как так оказалось, что человек был в этих зданиях где-то. Вот тут вот. Что он там делал, я не знаю. Ну сейчас будем смотреть за таким, если что. Раз, два, 2.5, поехали. Все, двое летят, смотри, на Мильтопаур. Двое еще за ними следом летят. У нас прямо и справа никого. То есть можем, в принципе, в сторону мелких домов, в сторону Мильты отправиться потом. Но я бы подрезал тех, кто налутал на этой. Да-да-да. Я не слышал, чтобы стрелялись люди на Мильтопаур. В чем проблема? То есть там все еще может быть две группы. У тебя что по пушке? По прицелу? Одна СКС и глушак с UMP-шкой. Ага, хорошо. Двигаемся в сторону Мильтопаур. Ориентир пока на третий этаж зеленого здания. О, а вот они и встретились. Слышал? Да, вот это вижу. Две группы встретились. В зеленом здании. Хорошо. Ждем терпеливо. Сейчас они друг друга соберут. Они в любом случае будут выходить, учитывая круг наш. Поэтому... Да. Поэтому нам торопиться некуда. Пробегали что-то. А, третий этаж, вижу движение. Зеленое здание. Они очень медленные. Все, вижу, да-да-да. Ой-ой-ой. Они двигаются по стандартным маршрутам. Он только что упал. Да-да-да. Ждем с химпишками, наверное, да? Вот-вот, выходит. Ну ладно, давай попробуем. Как проходит? Одного нокнул. Второго вижу, второго убил. Молодец. Отлично. Фу. Отработали. Хорошо. Да, мы слишком далеко были для UMP, поэтому... Тут нормально все. Глушитель на снайперку. Хотя... Шлемак наконец-то есть. На пятерке беру.
компенсаторный пистолет, пулемет, энергетик. Ну, прицелов нет, на самом деле. У меня что-то какой-то товарищ не очень. У меня X2 и голограф. Хрень, конечно, короче. Они... У меня много модов. Я предлагаю сейчас на мотоцикл прыгнуть. Доехать... как мы ехали, помнишь? А, можем мы на самом деле вот мелочь... Мы летели... Смотри, вот-вот. Угу, запрыгивай. Короче, тогда давай остановимся перед Мильтой. В Мильту уже не летели. В саму Мильту могли долететь, а вот в эти домики перед вряд ли. Можно их сейчас подлутать. Ну, потому что иксов у нас с тобой нет. Да, сейчас, О, баги. Хочешь баги? Баги, потому что... Да, надежнее, согласен. О, прям по курсу стрельба, да? Да, послышалось? Стрельба. Не послышалось, да? Нет. Давай, я тебе выкину пока моды. Держи. Глушитель, угловушка, магазин увеличенный. Отлично, спасибо. Сейчас я алкоголики. Понимаю. Вообще, слушай, это прям как... Одиночный выстрел, там, судя по всему, СКС вообще. Где-то на 255-240 стрельба. Можем попробовать сзади подойти, это не так далеко. Ну, судя по звуку, да, в принципе. Можем аккуратненько, в принципе, сюда. Поехать уже в центр. Хорошо, давай, на машинке, да? Все-таки машинкой да, поехали. Давай, на машинке. Поим просто в центр, дальше будем отстреливать. Глушитель есть. Пусть X2, но... Хорошо, куда ты предлагаешь? Я предлагаю ехать вот сюда. Угу. Есть инфа? Нет, пока. Они в нашем доме. На нашем этаже. Есть. Меня нокнули. Ты что, убил их? Да. Хорош. Я слышал, что тебя начали мочить за выхожу, там второй чуть-чуть по нему попал. Хорош. Мне вообще все пробили. Каску, броньку все пробили. Мне тоже хорошо попали. Так. Лечимся. У них третий, блин, я думаю, что я юмпишкой пробить его не могу, у него третий жилет. Сдвинешься, дашь мне полутать? Сейчас. Сорян. Не, у этого как-то... Так. Ох, баги, едет близко. Стреляем. Они у нас останавливаются. Я застрял. Пару раз одного ранил. Нокнул одного. Ой, меня второй пробил. За заборчиком, короче. Сейчас хиляюсь и возвращаюсь. А, вон он куда. Да. Понял, я выхожу тогда. Давай рашим их. Я слева. Меня нокнули и добью. Я не знаю, почему я тебя не дождался. Не знаю, это было очень глупо. Прости. Хорош. Ну я не посмотрел, где ты. Я что-то пошел и все. Дурак. Ничего, все хорошо. Я с тобой морально. Спасибо. Так, сковородочка. Попу прикрыть тоже надо. Все вижу. Двух бегущих в нашу сторону. Ой. Они с кем-то стреляются.
Лево, смотри, слева точно люди есть. Хорош, он соло. Лево, смотри, там стреляют. Да. Пробустись, пока не поздно, и готовься потихонечку крупить им. Ой-ой-ой, бегут ко мне двое. Ко мне бегут двое. Они, скорее всего, сейчас свернут до тебя, потому что круг уже идет. Ты можешь к ним в спину выйти. Нет, идут. Красавчик, красавчик! И расслабляйся. Как крыса. Домов. Аккуратно. За, за. Ага. Чуть правее возьми. Чуть-чуть. Да. Вон, вижу, двое. Лежат. Будочка, да? Будочка. Да. Там двое лежали. Я их видел. Ты так психуешь вообще. Спокойно, все нормально. У тебя хорошая позиция. Сейчас они успеют друг друга перебить. Просто наблюдаю, и все, не вставай, главное. Просто сиди, мониторю, все. Просто сиди и жди гренку. А, тебе, на тебя побегут из домов, скорее всего. В первую очередь смотри на дома, потому что они не в круге сейчас и будут оттуда идти. Остальные будут как бы друг дружку стрелять, скорее всего. Поэтому домики — это вот самое опасное для тебя. Так, ну... С одной стороны, у тебя есть УАЗик, ты можешь, в принципе, дождаться до конца и потом ворвать... Не-не-нет, жди-жди-жди. Я буду ждать, а потом я аккуратненько пройду назад, короче. Так, хорошо, из М-ки с глушителем впереди тебя стреляют. Осталось три человека. Не показывай голову, желательно. Вот. Один точно прямо с глушителем с М-кой. За заборчиком, скорее всего, который... Да-да-да. Ну и, скорее всего... Через сено сейчас. Там два стога есть. Вот, их осталось двое. Хорош, минус, хорош, вообще минус красавчик, 9, сколько килсов, 9. 9. Убийцы динозавров, красавчик, блин, это было очень круто. Очень круто, молодец. Прям. Я волновался, как, учитывая то, что у тебя очередь, и ты по первому от бедра начал стрелять, но, блин. Нам все равно хватило. Куда мы полетим? Предлагаю опять в Жаржополь дальний. Хорошо, то есть в северную часть? Хочешь, можно раньше. Или сюда. Парашют. Я думаю, вот можно сюда сразу, а можно сюда, в принципе. Ладно, поехали, раз, два, три, тогда пора уже. Да, все равно прыгивать. В какие дома лететь будем? Посмотрим, куда остальные прыгать будут, или как? Да давай пока в те центральные, белые. Шесть штук которых, да, к ряду? Да. Окей. Еще проблема бывает уехать. Отсюда. Ну да, да, там проблема. Слева, кажется, 4 человека. Ага. Ой-ой-ой, как их много. Что у нас? Так, за нами там то, что прыгают, то они куда-то там летят. Они машинку ищут. И, кажется, нашли. Так, да. Двое за нами, короче говоря, двое за нами. А слева, да, там ад просто. Там полдюжины врагов. Я левее беру домик. Чуть левее. Лодка здесь рядом есть, если что. О, лодка — это отлично. Отсюда на лодке нормально. Потом там можно. Из мастхэвна. О, X! Слышит, что-то не то. Слишком хорошо. Бывает. Ведь. Очень. Ну или проплыть, лучше, наверное, проплыть. Опа! Здесь близко. Ориентировочно МЕ. Враг. Что-то болючее, типа кара. Да, вижу. Бегает. Он лег. Сейчас пойду.
он вдруг стреляет. Я его нокнул, одного. Убил. Сейчас подлечусь. А где друг стреляет? Ты видишь его? Из-за забора в конце наших домов. А, я понял. У белого здания, да, короче говоря? Да. Короче, хорошо. Я его обхожу справа, аккуратно. Ну и заодно этого подлутаю. Ты под берег тоже иди, потому что нам в конце концов нужно будет... Сейчас я обхожу, аккуратно обхожу. Обхожу, смотрю, не вижу, пока не вижу. Вижу дружбана его, а этого не вижу. Не вижу его. Я слышу его в доме, наверное. Я в доме, наверное, будет сверху со второго этажа пытаться стрелять. Так, я пока упал, лутаю. Ну там круг, надо валить отсюда. Ты готов валить? Давай, я смотрю пока на тебя. Бустирую и смотрю. Ныряй сразу и все. Поехали. К лодочке. Так, два упыря. Вон он идет за нами. Манси, ныряй, как только будет возможность. Меня сковорода ныряет. Чего? Ладно. Хорош. Будешь лутать его? А, ясно. Окей. Я, может, маленький энергетик, а точнее бинт успею завязать. Давай, я лодку пока подгоню. Вот сучки, а. Успеваю бинт, отлично, все хорошо. Так, и ты хочешь в рожок, да, куда-то там в район рожка? Да, там, где затопившийся город, сейчас покажу. Вот. Окей, да, понял. Можем даже вот здесь вот высадиться, там есть очень хорошее место. Так, ну, можно остановиться вот здесь вот и закинуться, подлечиться аптечкой у круга, короче, здесь. Аккуратненько. А что, круг тоже идет все еще, нет? Не, уже нет. Вот такая анимация как будто идет. Так, ладно, лечись, бинтуйся. Готовься. Виноград показал это место. Не знаю, ты видел на трансляциях, не видел, очень козырный, если удастся забраться. Не обращал внимания, но окей. А, ты имеешь в виду... Все, я понял. На гребне, я думал... Поехали. Я думал в город, но... Ну, я поставил, да. Хорошо, все. Зря пошел. То есть ты на верхнем? Да, на самый верх. На самый верх смотрим право, зад. Сюда. Сюда. Окей. Нет, не знал. Смотри, какое место есть хорошее. Офигеть. Ну потом как надо будет, будем спускаться. Кайф. Ну, собственно, тут один вход получается слева. А ты видишь, сам видишь, ты все видишь. Слева, если поедут. А как летели, напомню, у тебя же хороший памятный самолет. Сверху вниз. Вот так? Да, где-то так. Только чуть-чуточку более к сосновке. Угу. Понял. Ну, смотрим тогда, враги могут быть где угодно. Я, наверное, зад и Н смотрю. Чтобы к нам не вышли. Окей. Ну, нам, скорее всего, не нужно сильно задерживаться здесь, да? Да. Здесь можно спуститься, кстати, хорошо. Здесь. Да. Нет, я думаю, последняя игра, думаю, минут 10 уже. Можем нырнуть направо под ХГ. Но это так. Мне кажется, нужно налево, наоборот. Под ХГ, справа вряд ли. Окей. Сомневаюсь, у нас справа будет гасить. Вот там вот на Е в домах есть, потому что открыто сверху крыша. Если что. Понял. Будем идти в том направлении, в котором я смотрю сейчас. Справа. Из домов никто не выходит. Окей. Не, можно взять мотик и поехать через поле просто. Война, давай. И там выбирай
домике просто. Сюдой и в этот дом. Сюдой и в этот дом. Я подожди, ну, я не знаю. Да пофиг, куда-нибудь. Короче, погоди. Сюда, наверное, да, где-то. Или сюда. Да, давай сюда. Здесь этот. Ну, короче, в домик зайдем, но потом выходить будем к стенке, короче. В домике может это быть, аккуратнее. Стой, замри. Послушаем. Шаги слышишь? Так, хорошо, забираемся наверх. Нет. Шагов нет, судя по всему. Да, чисто. Стрельба была с этих, с холмов спускались, короче. Бери одно окно, я беру второе окно и смотрим. Мне в кругу, конечно. Да-да-да, но нам совсем немножко здесь нужно. Совсем немножко. Но мы даже в кругу в части здания, но не будем там, конечно, находиться. Ты увидел? Направление. В голову попало в том доме на НВ. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как ты меня пробил. Да, вот, вижу. Тоже в голову попал. Молодец. Да, дом прям... А, у них там прям под домом чувак идет. Вижу. Двое. Не, уходит к серому. Неплохо. Мы сидим, чилим, чего? Круг идет, они должны двигаться. Да все по полю. А, я вижу мотоцикл. Давай на мотоцикле в тот дом. Реально. Какое палево, а? Ой-ой-ой. Слева, сзади. Так, я не вижу. А, вижу. А, слева с вышки вообще. Первый этаж вышки. Сейчас меня, наверное, он увидит. Граната. Тут. Те, которые в тех домах были. Не-не-не, стреляли. Тоже вышли, стреляли. Вышки, да, вижу. Да-да. Просто фарш. Одного убил. Да ладно. Я бегу по полю, как дурак. Вижу, еще справа два дурака идут. Ног нали, забей. Его тоже, отлично. Держись, короче, Блэй. Да, надо было, наверное, на тачку пытаться как-то, на пофиг. Денег нет, но вы держитесь. Да-да-да, прыгай в будку в какую-нибудь, лечись. Да не, я там в будке сидел, чувак. Да-да-да. Я его закрыл машиной. Топ-3, хорошо. Вообще, ладно, да, тяжело, конечно, с этим последним кругом. А чё ты не захотел отсидеться в этой, в... Где? Яме той. Ну, потому что мы там как... Я смотрю в одну сторону из ямы, вижу второй этаж одного дома. Поворачиваюсь в другую сторону, вижу второй этаж второго дома. И как бы понимаю, что... А, и причем у нас нет инфы о том, где вообще враги вокруг. То есть они могли... Ну, это да. То есть мы я сидим просто на крысе боимся. Я на крысе сидел, и все нормально. Ну, видимо, раз на раз не приходится.